Неприглядно свисающие в подъездах провода – это не только неэстетично, но и небезопасно. Но благодаря реализации новой программы компании Уфанет о былом хаосе с проводами можно забыть. Компания Уфанет реализует программу «Чистый подъезд», в ходе которого мы производим монтаж кабельных линий, устанавливаем трубостойки, делаем модернизацию сетей. Все для эстетического комфорта своих абонентов. Кроме того, в городском округе продолжается активная замена морально устаревших кабельных линий на современные волоконно-оптические. Это позволяет абонентам получать сигнал на совершенно новом уровне. Мы в этом году подключились к Уфанет. Качеством очень довольны. Нам поменяли кабель, телевизор стал лучше показывать. То есть раньше заходил телевизионный обычный кабель, у которого, возможно, были какие-то помехи или недостатки при морозах. Наша компания подключает абонента по оптоволоконному кабелю, что дает возможность клиенту смотреть качественное телевидение в любую погоду. Но это не единственный радующий в модернизации сетей момент. Замена кабеля, а значит и получение качественного телесигнала, производится полностью за счет компании. И это неизменная политика Уфанет. Все для комфорта и удобства абонентов. Миссия компании Уфанет – друзья всегда с тобой. Именно поэтому мы заботимся о своих абонентах, как о своих друзьях. Мы проявляем заботу, предоставляя качественные услуги, оказывая высококачественный сервис. Мы работаем без праздников и выходных для того, чтобы нашим абонентам всегда было удобно, чтобы они всегда могли быть дома, и мы всегда могли к ним прийти, помочь, оказать поддержку. Телефон нашей технической поддержки 09388, он бесплатный со всех трех операторов мобильной связи. Также есть городской номер телефона 740, по которому вы также можете позвонить и получить нашу поддержку 24 часа в сутки. Помимо услуг связи, мы проводим очень много социальных проектов, поэтому если у вас есть какие-то идеи и предложения, вы всегда можете к нам обратиться, мы всегда с радостью их выслушаем. Если это будет интересно, окажем поддержку в их реализации. Забота о вас, компания Уфанет. Напомним, свои вопросы и заявки, а также идеи, предложения и пожелания вы можете передать по круглосуточным номерам телефонов 700 00 и 09388. Уфанет – провайдер, который всегда рядом и на связи.